Добрый день, коллеги. Это третья часть про микросервисы. Мы в этот раз поговорим про управление доступом, роли, разрешения, проблемы, собственно говоря, и их решения. Итак, для начала я напомню, что такое непосредственно микросервисная архитектура. Судя из описания в Википедии, это, собственно говоря, набор каких-то программ, которые объединены между собой. Это могут быть программы на разных платформах, например, .NET Core или на Linux, или вообще, допустим, .pf, или вообще даже Windows какой-то сервис, который между собой практически не связан или связан очень слабо, но они как-то между собой должны общаться. И, собственно говоря, проблема возникает в том, что если, допустим, у вас есть в локальной сети какая-то микросервисная архитектура, вам нужно пользователям дать к ней доступ. В этом варианте будем говорить непосредственно про локальную сеть. Она, на самом деле, мне кажется, более самая интересная. Итак, давайте предположим, что у нас есть какой-то микросервис. Микросервис, допустим, авторизации. В любой сети локальной какой-то подобный микросервис должен быть, который должен давать доступ пользователям к разным микросервисам. Допустим, у нас еще парочка, ну, даже не парочка, а 3 или 4 сервиса, которые существуют в сети и выполняют разные действия. Так или иначе, они должны запросить доступ к серверу авторизации, чтобы получить разрешение. Это что касается микросервисной архитектуры, которая позволяет и пользователям, и микросервисам общаться между собой и, собственно говоря, пользователям ходить на разные сервисы. А теперь давайте более подробно поговорим. То есть у каждого сервиса есть свои задачи. Допустим, у нас есть сервис конфигурации. Пусть этот сервис конфигурации хранит некие какие-то параметры, которые могут применяться и к контролам пользователям, и к просмотрам контролов, и к управлению систем, и, допустим, настройки каких-то там, я не знаю, сервисных функций, неважно. Пусть это будет какой-то конфигурацией, пусть это будет какая-то конфигурация, у которой можно, допустим, на этом сервисе посмотреть все конфигурации, посмотреть одну по номеру какую-то там выбранную или там создать новую конфигурацию. Собственно говоря, изменить эту конфигурацию и даже удалить конфигурацию. Допустим, это все объединим одной сущностью, которая называется конфигурация. То есть какой-то класс в системе сервиса конфигурации, который имеет понятие CRUD, так называемый. То есть удалить, создать, изменить, прочитать. Если говорить про код, то это выглядит примерно таким вот образом. То есть есть какой-то сервис конфигурации, Configuration Controller, который на самом деле... это составная единица микросервисов на платформе .NET Core. То есть этот контроллер называется он Configurations, имеет какие-то вот методы внутри себя, которые, соответственно, говорят о следующем. Вот получить Paged — это получить список, получить Get by ID, то есть по идентификатору получить какую-то конфигурацию, собственно говоря, здесь создать, изменить и удалить. Это типичный набор CRUD операций для микросервисов, описанный в спецификации. Если говорить непосредственно про разрешение, то вот над каждым из методов стоит вот такой вот policy, да, который, собственно говоря, и говорит о том, что в этот сервис может зайти, в этот метод может выполнить пользователь, у которого в разрешениях есть такое понятие, как configuration getPaged. Если у пользователя есть все вот эти 5 разрешений, он может полностью управлять сервисом. Если какого-то из них нету, то, соответственно, он не может его выполнить, и поэтому ему будет отказано в доступе. Далее. Если у нас есть сервис конфигурации, то вот это вот управление конфигурациями, оно представляет собой определенный набор действий. Да, мы уже про них говорили. То есть вот эти вот методы можно представить вот этими вот перечислениями. А сам контроллер можно назвать управлением конфигурацией. Допустим, что у нас в этом же микросервисе существует другой контроллер, который может управлять экспортом и импортом, а может быть там сбрасывать значения по умолчанию или делать какие-то синхронизации между сервисами. Это другой контроллер, у него другие методы, и, соответственно, на каждый из методов нужно получить другие разрешения. А теперь давайте предположим, что у нас таких микросервисов на самом деле, ну, много, да, то есть там 5, 7, 10 вот в микросервисе, в принципе, это нормально. И таким образом получается, что у каждого микросервиса свой собственный набор разрешений, то есть свой собственный набор методов, которые пользователю можно выполнить. Контроллер конфигурации
давайте будем называть набором разрешения, а все его методы давайте будем называть непосредственно в сами разрешения. То есть у каждого метода есть разрешение, и мы эти методы называем разрешением. И, как я уже сказал, управление конфигурациями будет непосредственно набором разрешений. Ну, все-таки так проще оперировать. А теперь давайте поговорим про другой контроллер, который тоже был приведен ранее, экспорт-импорт конфигурации. У него тоже есть свои методы, и, соответственно, это тоже какие-то конкретные разрешения, а импорт и экспорт конфигурации будем называть набором разрешений. Таким образом, получается, что у нас вот уже вырисовывается два набора разрешений в одном микросервисе. Собственно говоря, каждый из контроллеров представляет собой набор методов, которые мы будем называть разрешениями. То есть это разрешение выполнения какой-то операции. Таким образом, получается, что у нас существует два типа разрешений. Системные, которые непосредственно созданы разработчиком в момент написания кода. И мы поговорим чуть позже про пользовательские наборы. Важно отметить, что все разрешения системные, они собираются микросервисом автоматически по расписанию, например, там раз в сутки или по требованию, когда какая-то публикация или обновление в системе были, то система должна собрать информацию о новых наборах системных в разных микросервисах и предоставить администратору системы или там бизнес-аналитику или бизнес-какому-то администратору создать свои пользовательские наборы, то есть запихнуть их в какие-то группы, которые потом можно будет использовать для назначения. Далее, тогда у нас вот этот вот сбор разрешений получается автоматически без каких-либо дополнительных действий телодвижений позволяет бизнес-администратору или системному администратору вот эти существующие новые методы назначать каким-то пользователям. И еще раз, системы создаются разработчиком динамически в процессе написания, то есть они могут появиться и удалиться, а пользовательские создаются путем копирования системных, это важно. То есть если пользователь, то есть если администратор скопировал какой-то системный, а он потом удалился, явного удаления не происходит. Ведь происходит каждую ночь проверка о том, что системного не существует, и скопированный пользовательский помечается специальным знаком, атрибутом, количество там проходов, не знаю, неважно. На самом деле, как вы это будете делать, это на самом деле не принципиально. То есть, главным образом, системному администратору нужно знать, что это разрешение сервера было удалено, и оно назначено на пользователя, но оно не имеет смысла. Итак, пользовательский набор разрешений, они копируется с системных, причем копирование может быть полным или частичным. То есть, когда вы создаете пользовательский набор, можете создать копию системного, потом создать следующий, 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 или можете выбрать какое-то количество разрешений там свое собственное, под своим собственным именем. При копировании разрешений важно понять, что разрешения могут копироваться с разных наборов системных. То есть, когда вы создаете собственное там, пользовательское разрешение, набор разрешений, то вы можете с разных системных накопировать, допустим, только чтение или только просмотр списка, или вообще только удаление. Это будет набор разрешений, который позволяет удалять какие-то там группы сущностей. Важно понять, что пользовательские наборы создаются с привязкой к конкретному сервису. То есть, понятное дело, что в каком-то микросервисе есть какие-то контроллеры, они не могут быть автоматически как-то перенесены без физических телодвижений в другой микросервис и, соответственно, в другой контроллер. То есть, привязка жесткая. А далее нужно понимать, что пользовательские наборы можно группировать. Их можно собирать в другую группу, которую в дальнейшем назначать на группу пользователей. На данной диаграмме обозначены все ранее упомянутые термины. То есть разрешение, набор разрешений, группа пользователей, набор разрешений, группа пользователей. Собственно говоря, речь идет вот о чем. У нас есть пользователи, они могут быть объединены в группы, они помечены, вот, допустим, первым единичкой, то есть это первое движение. Второй этап – это разрешение запихнуть в группы, в набор разрешений, причем это речь идет именно о пользовательских разрешениях. Набор разрешений в дальнейшем можно сопоставить с группами разрешений, то есть назначить. Таким образом, получается, что у нас есть пользовательские группы, своего рода это роли, и у нас есть какие-то обязанности, которые складываются из набора разрешений. Ну и, собственно говоря, происходит сопоставление этих ролей на обязанности. И таким образом у нас появляются 4 этапа формирования доступа. Пользователей для начала нужно объединить в группы, то есть создать, другими словами, роли. Разрешение нужно объединить в наборы, то есть создать пользовательские наборы из разных системных или копированием системных.
Третий этап – это набор разрешений нужно объединить в группы, ну, то есть создать так называемые обязанности. И четвертый этап – это назначить группе пользователей группу разрешений, то есть, другими словами, назначить ролям определенные обязанности на выполнение которых требуется разрешение.